Когда-то пращура в кровь и притихшая степь станет нашей судьбою едва ли. Мы во все времена над седлом в стременах сквозь века на рысях проскакали. Мы во все времена над седлом в стременах сквозь века на рысях проскакали. Слава молодая, сила удалая, над Кубани святой забор. Дорогие мои, я сердечно вас от администрации города, от городского совета поздравляю с сегодняшним первомайским праздником. Вы посмотрите, уже несколько лет погода балует нас на 1 мая. Она говорит о том, что жители нашего города самые прекрасные жители на планете. Мы сейчас только провели первомайскую демонстрацию. 2 часа живой поток людей. Их никто не принуждал выходить на демонстрацию, они пришли сами. И мне очень приятно, что люди общаются. Сегодня вся площадь в городе забита людьми, вот я сейчас проезжал. Все сидят на лужайках, отмечают праздник. Что еще нам нужно для того, чтобы совместно работать, приводить город в порядок и так далее. Я сердечно вас поздравляю с 1 мая. Желаю вам всем счастья, здоровья, удачи, благ. Всех. Сегодня вы собрались на прекрасном комплексе спортивном. Я хочу выразить большую благодарность Сергею Васильевичу Панову за его вот такой труд для того, чтобы воспитывалась наша молодежь, занималась конным спортом. Он не жалеет сил и средств для того, чтобы приглашать сюда спортсменов, чтобы вы отдыхали по возможности, насколько могли, на этом конно-спортивном комплексе. Я приветствую всех участников соревнований. Желал бы всем добиться сегодня успехов, но хотелось бы в основном, чтобы в общем Сергей Васильевич победила дружба. Дружба, чтобы гости, которые прибыли сюда, всегда приезжали к нам, вспоминали об этом комплексе только добрым словом, вспоминали добрым словом о вас, Сергей Васильевич. Вот. Желаю всем успеха, удачи и всего самого наилучшего. Добрый путь. Всего доброго. Аплодирую. Внимание тренерам, представителям команд. Просьба вывести команды для парада открытия соревнований. Подойдите к Сергею Васильевичу. Парад равняет. Очень равняет. Смирно. Прошу.
прошу всем встать. Сергею Васильевичу Панову вроде предоставляется поднять флаг России. Соревнования на кубок города Тихорецка объявляются открытыми. Парад брони смирно. Правое плечо вперед. Рысью марш! Уважаемые дамы и господа, сейчас перед вами будут выступать джигиты КСК Панова под руководством Сара Хавары. Много пращуров крови притихшая степь станет нашей судьбою едва ли. Мы во все времена над седлом в стременах сквозь века на рысях проскакали. Мы во все времена над седлом в стременах сквозь века на рысях проскакали. Слава молодая, сила удалая, на Кубани святой двор рвит.
По небам снова конница Панова, словно гордая птица летит. Родная Кубань, дружен конь под тобой, сатаною. Твердый знамя в руках, флаг России наш флаг, гордо мы пронесем над землею. Твердый знамя в руках, флаг России наш флаг, гордо мы пронесем над землею. Слава молодая, сила удалая, над Кубанью святой сбор рубит. Победам новым конница Панова, словно гордая птица летит. Шуров кровь и притихшая степь станет нашей судьбою едва ли. Мы во все времена над седлом в стременах сквозь века на рысях проскакали. Мы во все времена над седлом в стременах сквозь века на рысях проскакали. Слава молодая, сила удалая, над Кубанью на святой двор рубит. Под небом снова конница Панова, словно гордая птица летит. Родная Кубань, дружен конь под тобой, сатаною. Твердый знамя в руках, флаг России наш флаг, гордо мы пронесем над землею. Твердый знамя в руках, флаг России наш флаг, гордо мы пронесем над землею. Слава молодая, сила удалая, над Кубанью святой сбор рубит. Победам новым конница Панова, словно гордая птица летит. Аплодисменты! Аплодисменты! Внимание! Так, Наташа, одну секунду. Дайте взрослую программу, там хватит. Дай программу взрослую. Шеминок Сергей, на коне Битлз, мастер спорта Тиховецкая Панова. Thank you.
все. Шеминок закончил дистанцию за 93 секунды, имея на маршруте 20 штрафных очков. Молодец, молодец, молодец!
Панов Сергей закончил дистанцию за 79,56 секунд, имея на маршруте 16 штрафных очков. На старт приглашается мастер спорта международного класса Аркадий Бурфинкин. На коне Баграт. Богат. Для лошадей 4-5 лет первое место занял мастер спорта Юрий Байрамуков. Юг Руси на коне Дуэлист. На втором месте Никоненко Вячеслав, мастер спорта, с результатом 38,20 секунд, 4 штрафными очками. И на третьем месте он же Никоненко Вячеслав на Париже. Борисов Михаил, первый номер среди юношей. Приглашается Герасименко Анастасия на кобыле Пава. Клуб верховой езды «Кентавр», город Сочи. Михаил Борисов закончил дистанцию за 89,69 секунд, имея на маршруте 20 штрафных очков. На старт приглашается Кравников Максим. Приготовится Дружинина Наталья. Yeah.
занимается Наталья Дружинина. На коне Гранит. На Камиле Виктория, КСК Панова, город Тихорец. Бобровский Данир, на коне артист. ОЗТ Кола, станица Ленинградская. Борисов Михаил закончил дистанцию за 90,4 секунды, имея на маршруте 12 штрафных очков. Выступает последний участник среди юношей. Германия, он выступает за КСК Панова. Welcome to Tsukhares, Mr. Jürgen. Thank you.
Юзман Юрган закончил дистанцию за 79,19 секунд, имея на маршруте 12 штрафных очков. На старт приглашается канал. Приглашается Чернов Валерий. Первый разряд на коне разбег. Ленмедснаб, Ленинградский район. Сергей Шеминов закончил дистанцию за 94,81 секунды, имея на маршруте 12 штрафных очков. Приготовиться.
Маршрут перепрыжки. Препятствие номер один, номер два, номер четыре, пятый А, Б, одиннадцатое и двенадцатое. Первый, второй, четвертый, пятый А, Б, одиннадцатое и двенадцатое. Так, внимание, внимание. Сергей закончил дистанцию перепрыжки за 37 секунд, имея на маршруте 8 штрафных очков. На старт приглашается Аркадий Урфинкин, мастер спорта международного класса на кобыле Белладонна. Детская юношеская... Повторяю, специально для камеры. Начинаем соревнование на кубок города Тихорецка. По преодолеванию препятствий. Высота 130 сантиметров. На старт приглашается Василий Фигр, мастер спорта. На коне Ребус. Коммерсантский комплекс Ребус. Калиев продукт. Шиминок Сергей, мастер спорта на кобыле Гаванна, КСК Панова. Thank you.
нас приглашается Макроусова Ирина, мастер спорта. На коне Сагамит, Краснодарский край, спортивно-детско-юношеская школа Олимпийского резерва. Приглашается мастер спорта Байрамуков Юрий. На кобыле Иза, Юг России, Ростов-на-Дону. Приготовиться Панову Сергею на Бабитте. Зюзман Юрген закончил дистанцию за 96,12 штрафных очков секунд, имея на маршруте 16 штрафных очков. Штраф за превышение нормы времени 2, итого 18 штрафных очков. ЦСКА Панова. Юрий Байрамуков закончил дистанцию в норму времени, имея на маршруте 4 штрафных очков. Приготовиться Постолову Вадиму.
забиваю на двоих. Пошагайте. Можете продолжать. Сергей Панов исключается за две закидки на маршруте. На старт приглашается Костолов Вадим. Приготовиться Гребенко Андрею. На старт приглашается Сергей Панов. Тихорецкая СК Панова. На кабеле изба. Приготовиться Александр Нечман. Косово Виктория закончила дистанцию с 4 штрафными очками. На старт приглашается Нечман Александр, на коне Папирус, КСК Новоостен, город Новороссийск. Сергей Панов закончил дистанцию 16 штрафными очками в норму времени. Приготовиться Ярославцеву. По травке, знаешь.
Здравствуйте. Я просто уверен. Посмотрим, что завтра, я завтра 120 поеду. Шестого заезд, седьмого Смотрите, как буду говорить, так мы будем давать. Большой кубок снимайте, вот. Держи вот так, занес кубенько. Вот так. Ага. Поднимай. Кубок большой снимите. Панова. И всем участникам соревнований. Награждение будет проводить главный секретарь соревнований Лидия Яковлевна. Зау Ербрей. Зау Ербрей. Итак, уважаемые наши победители, призеры, уважаемые гости, начинаем награждение. Значит, за первое место в конкуре высотой 110 сантиметров для лошадей 4-5 лет награждается Юрий Кайрамуков, команда «Агросоюз России». Первое место завоевал Андрей Безгласный из ПК «Октябрь».
потом. Без шлема, без шлема, без шлема, без шлема некрасиво. На третье место награждается Сергей Кур. Кургин, мы его знаем. Ну, хватит, хватит. Завод, завод, министерство, Богомольский край. Одну минуту, Лидия. Учредителем призов является Панов Сергей Васильевич. Итак, за третье место награждается Овчаренко Евгений, Республика Адыгея. Микрофон, мы услышим. Нет, пусть говорит, не нажимайте там. Не нажимайте там. Чтобы она победила в следующей качке. Молодец.
Этот кубок был нами удостоен. Да, этим кубком был удостоен Сергей Панов, как основатель и организатор этого турнира, этого прекрасного комплекса, которых мало в России пока, но я думаю, что многие руководители подумают городов наших Российской Федерации и Краснодарского края, сделают вывод и, я думаю, сделают такие же комплексы. На таком же уровне будут проводить такие же соревнования. И будут поддерживать спорт, полноспортивный спорт и другой спорт, детский спорт нашей России. Спасибо. Поздравляю. Удачи. Спасибо вам. Картинами всех призеров наградил частный предприниматель, оказал спонсорскую помощь Виталий Голубятников. Света, Свет! Свету, иди забирай. Нет, 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 Света, обычай, я все вместе. Итак, уважаемые победители, почетной грамотой и картина награждается Алексеем Казатьяна, также за активным участием подготовки соревнований на Кубок города Тихорецк. Нет, баранки, свиньи. Натирается вот эта свинья. Настоящая. О, вот, бери, хорошо. Сверху прикрывается, да, потом? Только ты мазь. Просто вот так. Ты знаешь, вот ее надо спиться, работать, масло. Симон, гуд специалист. На старт приглашается Никоненко Вячеслав, мастер спорта, на коне фонтан. Спортивный клуб ВВС Ставрополь. Yeah.
На старт приглашается Рашкевич Виктория. Натали, ты куда? Да, да. Приготовиться Васильеву Игорю. На старт приглашается Васильев Игорь, мастер спорта на коне. Гвидон. КСК «Ребус», город Минводы. Сергей Щеминок закончил дистанцию. Шестнадцатью штрафными очками штраф за превышение нормы времени. 5, итого 21 целое штрафных очков. Германия. Буркин Сергей закончил дистанцию с 8 штрафными очками. Штраф за превышение нормы времени. Одно, итого 9 штрафных очков. Приготовиться Онищенко Николаю. Зюзман Юрген выступает на русской лошади за КСК Панова. На лепестке. Поаплодируем его. Спасибо за то, что приехали к нам выступать. Thank you very much for your visit in Tikharets. You're welcome. Тихорецк очень гостеприимный город, и тихорецчане, я думаю, тоже очень гостеприимны. Поэтому аплодируем. Thank you.
Юрий Байрамуков закончил дистанцию перепрыжки за 42,72 секунды с четырьмя штрафными очками. Это второй результат. Приготовиться к Абдрахману Эльсуру. Прошу прощения, у Юрия Байрамукова первый результат пока. Юрий Байрамуков, вы пока лидируете. На старт приглашается Бахтрахаманов Эльсур, мастер спорта, на коне «Элегант», РГПЗ, Красноармейский район.
На старт приглашается Ярослав. Ярославцев. На коне Grey Eagle. Клуб верховой езды Татьяны Нагорной, город Ростов. No. На кобыле Изба. КСК Панова, город Тихорец. Сергей Васильевич, пошагайте. Поправят поле сейчас. Поправьте поле, пожалуйста. Приглашается Макраусова Ирина, мастер спорта. На коне эскиз. Эсэшишер, Краснодарский край. Сергей Панов дистанцию закончил. Шестнадцатью штрафными очками. Штраф за превышение нормы времени 7. Итого 23 штрафных очков. Юзман Юрген на дуэлянте. Макраусова Ирина закончила дистанцию с 4 штрафными очками в норму времени. Приготовиться Буркину Сергею. Welcome to Tsikhares, all people from Germany. Аплодисменты, пожалуйста. Ой, плохо, плохо, плохо. Мы не встречаем гостей так, как подобаемо. Еще раз аплодисменты. Вот это другое дело. Юрген, all people very happy for you. Thank you.
Mr. Jürgen, you now go second area. Number one, number nine, number ten, number two, number three SB, and number four. You understand, please? Listen to me, please. Number one, number nine, number ten, number two, three AB, and number four. Thank you very much. It's possible you go a little bit very fast because 37 seconds first. Sorry. Сережа. Первое. Второе. Третье. Б. Четвертое. Now you're the best, number one. Зюзмен Юрга закончил дистанцию перепрыжки со временем 41,41 секунды без штрафных очков, пока это лучшее время. На старт приглашается Буркин Сергей. Корецкий первый раз. Очень известные соревнования, очень сложная программа. Поэтому, кто проедет на эти соревнования на лём, без штрафных очков или на четырёх, выполняет норматив мастера спорта. На 8, на 12 заслуживает допуск и лицензию для дальнейших выступлений на первенстве и чемпионата России. Итак, начинаем соревнования по преодолению препятствий на кубок города Тихорецка, высота 150 сантиметров. Прошу, чтобы взяли свои места. Первым стартует у нас Яхнев Василий, мастер спорта, на коне Харбин. Безгласный Андрей отказался от маршрута. На старт приглашается Зюзман Юрген на дуэлянте. Германия. Поприветствуем. Зюзман Юрген, Германия. Аплодисменты ваши. Наш гость из Германии. Thank you.
Ян Юрген отказался от дальнейшего выступления. Поаплодируем его. На старт приглашается Габдрахманов Илсур. На коне эгоист. РГПЗ. Приготовится Макроусова Ирина. Денежные мы решили. Денежные. Кубок один за 120, кубик один за, то есть 4-5, значит, юношей и взрослые. Кубок за 150. Внимание всем тренерам, представителям команд. Просьба всех участников, призеров в пешем строю вывести для парада награждение и для парада закрытия соревнований. На старт приглашается Панов Сергей на тростинке КСК Панова, город Тихорецк. После выступления Сергея Панова просьба всем участникам в пешем строю собраться перед трибунами для награждения и парада закрытия соревнования. В пешем строю. Майдан Софья, Буланова Виктория. Обязательно на награждение. Thank you.
Сергей Панов закончил дистанцию с 4 штрафными очками. Таким образом. На первом месте Буланова Виктория. Город Шахты, Ростовская область. На втором месте Отновалова Елена. На втором месте Отновалова Елена. И на третьем месте Майдан София, город Сочи. Просьба всем тренерам, участникам выйти для награждения и парада закрытия в пешем строю. Просьба не замедлить.
высотой 120 сантиметров для лошадей 6 лет и старше. Первое место завоевал гражданин Германии Юрий Юрган. Именно всех угощаем. Да. Поздравляем вас. Чтобы не просыпал. Часы радости, чтобы не проспал. Они не бьющиеся. И главный приз нашего сегодняшнего праздника вручается Овчаренко Евгению, Республика Адыгея.
Чувак, под все подушечки. За второе место награждается Елена Одноманова, частная владелица Лада Сивик, ее хозяйка. И за третье место награждается Софья Майдар, школа верховой езды кентавра, город Сочи. Слово предоставляется нашим гостям из Германии. Так
Ein herzliches Grüß Gott. Es ist super, dass wir wieder Einladung bekommen nach Tiharetz. Und es wird alle Jahre schöner. Und zum Dank an die super Organisation wollen wir ein Geschenk überreichen. Da wird er einen guten Platz finden. Und da wir auch einen Künstler unter uns haben, und der ist das erste Mal in Tiharetz, aber dem gefällt es jetzt schon so gut, weil er gesagt hat, für unseren Freund Sergei eine kleine Struktur wollte rausmachen. Sigi! Вы переводите, Und jetzt sind wir zwei Tage hier und in den zwei Tagen haben wir so viele Freunde gefunden, dann haben wir gesagt, dritte Jahr sind wir jetzt hier. Dann haben wir gesagt, wir brauchen einmal eine bayerische Fahne in Tiharetz. Последние два дня. Да, что, подарок за организацию. Наши друзья из Баварии, из Германии, которые прибыли сюда по приглашению, они очень благодарят за приглашение, за теплый прием в Тихорецке. И подарили мне эту картину за прекрасную организацию этих игр. За организацию. Второе было, это был, также приехал Тихорец первый раз в этот город, в этот прекрасный город, в этот гостеприимный город. Скульптор и художник. Захарин. Подарил он свою композицию, скажем, единство. Конечно, это абсолютно. И также наши друзья из Баварии на память о том, что они последние два дня они очень много друзей заимели здесь, в Тихорецке. Даже языковой барьер, даже, скажем так, не был барьером как таковым. Они познакомились, много людей знали, познакомились, и на память о своем пребывании, хотят подарить этот флаг Баварии для Тихорецка. А сейчас я хочу поблагодарить всех зрителей, участников соревнований, главного студии соревнований, прибывшей из Москвы, ответственного секретаря из Краснодарского края, леди Яковлевну, всех участников, всех тренеров и представителей. Чтобы он тоже отдыхал. За прекрасный прием хочу поблагодарить Сергею Васильевичу Панову за организацию, за прекрасный комплекс, который соответствует всем мировым стандартам. И просьба призерам и чемпионам соревнований два человека отпустить флаг России на этом соревновании. Завершены. Просьба мастерам спорта отпустить флаг.
России. Овчаренко, Гаптрахманов. Овчаренко и Гаптрахманов. Отпускает флаг России. Пожелаем всем участникам здоровья, новых успехов и почаще приезжайте на КСК Панова, город Тихорецк, где прекрасный комплекс и хорошая организация. Всех благ всем! Всего наилучшего всем! Аплодисменты. На память Сергею Панову персонально наши гости из Баварии вручают флаг. Аплодисменты. Спасибо всем. На этом соревновании завершены. Почаще посещайте конно-спортивный комплекс Панова, город Тихорецк. Повером новым конь самого, полногорная птица.